США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 договора о ракетах средней и меньшей дальности. В частности, согласно пункту 1 статьи 4 договора, я цитирую, каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет. Ситуации в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого... Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов. Благоприятные макроэкономические условия для роста.